вот мы видим, что погода теплая зимой стоит. Вода, лед растаял, открытая вода. Рыбаки пренебрегают всеми мерами безопасности. Они не думают, что толщина льда очень критична и опасна. Безрассудно относиться к жизни, это достаточно глупо. Выходить на лед тогда, когда лед опасный, рисковать своей жизнью. Ну вот, был случай, провалились. Даже если не утонет, вода-то холодная. Здесь минуты буквально человек замерзает. Взрослый человек больше 10 минут в холодной воде не продержится. А вылезти на хрупкий лед практически нереально. Крепкий лед только тогда, когда он ровный, не слоистый, прозрачный, не мутный. Любой мутный лед говорит о том, что он опасный. Почему? Потому что в нем есть воздух. Воздух разрушает полностью вот текстуру. То есть то, что о чем говорил, он уже наполовину, видите, разрушился. И тонкая пластиночка, всего 2 сантиметра, сейчас удерживает поверхность именно льда. Его натягивает. Чуть-чуть маленькое нарушение, и он сразу лопается. Безопасный лед для одного человека является лед толщиной не менее 7 сантиметров. Ребят, ну вот здесь вот, ну даже нет 5 сантиметров.